Сельхозпроизводители смогут получить заброшенные земли практически даром. Речь идет о невостребованных земельных участках, находившихся в собственности граждан, которые не передали их в аренду или не использовали в течение 3 и более лет. Купить их можно будет за 15% от кадастровой стоимости, а взять в аренду и вовсе за 0,3%. До 1 марта региональные власти обязаны разместить в интернете информацию о таких земельных участках.